арийцы из Бильда прыгнули на вашу любимую программу 60 минут. Посмотрите. Мы тут только что, извините за выражение, немножко прифигели, когда увидели, что себе позволяют российские пропагандисты и как они отзываются о нашем замечательном корреспонденте. Вот, взгляните, главный пропагандист Путина, Попов его имя, пытается оклеветать нашего Бьорна, нашего военного корреспондента, который вот уже несколько месяцев очень профессионально и по делу вещает с Украины. Попов, главный пропагандист Путина, раз за разом называет нашего Бьорна нацистом в своей передаче «60 минут». Попов неоднократно показывает нашего корреспондента на фоне немецких танковых гаубиц и пытается очернить его перед многомиллионной публикой. А возбудились русские вот из-за этого репортажа Бьорна с фронта Восточной Украины. Он рассказывает и показывает, как украинцы применяют свои замечательные танковые гаубицы ПЦХ-2000. Русские же называют наши гаубицы нацистскими и фашистскими. Но и Бьорна нашего тоже неоднократно обзывали нациком. Наши прадеды жгли технику ваших прадедов и надавали вам по щам. Сейчас тем же самым занимаются наши соседи и друзья. Лучшие люди России. Результат будет таким же. В этом уверен. Не сомневайтесь даже вы, арийские пропагандисты и разжигатели войны. В отличие от вас, потомков Геббельса и нацистских агитаторов, наши репортеры работают на Донбассе и на Украине с самого начала того шабаша, который вы и устроили. Я хочу этому нацику, а мне наплевать, сказать, сука, мы все придем и всех вас убьем. Алексей Александрович, да? Это журналисты. А мне наплевать. Пропагандисты. А мне враги, наплевать. Но так не надо. А мне наплевать. Не надо никого убивать. Я туда убивать. Поеду, если я его там увижу. Так... Не надо никого убивать. Вы угрожаете людям прямо сейчас в нашей программе. Так, и что? И что?